Всем добрый день! Сегодня мы рассмотрим функционал, который называется «Книжная полка». Как вы догадались по названию, этот функционал нужен для того, чтобы создавать подборки электронных книг и в последующем передавать их группам студентов. Для того, чтобы начать пользоваться книжной полкой, давайте через главное меню, раздел «Сервисы» перейдем в пункт «Книжная полка». Давайте пойдем по порядку и добавим нашу первую полку. Для этого нажмите кнопку «Добавить полку» в правом верхнем углу экрана. Опишем нашу полку в первую очередь для того, чтобы вам проще было ее найти в списке книжных полок. Введите название, выберите направление подготовки и укажите курс. Также вы можете ввести год для удобства поиска и навигации и привязать учебную группу. Если вы передаете структуру вуза в ЭБС, то полка автоматически привяжется к учебной группе, и книги станут доступны всем студентам, которые ходят в эту группу. Если ваша организация не передает структуру вуза, используйте это поле для дополнительной навигации. Новую полку вы увидите внизу списка. Давайте рассмотрим, как наполнить эту книгу изданиями. Нажмите на название требуемой полки и в открывшемся окне нажмите «Редактировать». Наполнить полку можно несколькими способами, и давайте рассмотрим первый из них. Обратите внимание на зону расширенного поиска в самой книжной полке. Помимо использования ключевых слов, вы можете уточнить поисковый запрос дополнительными параметрами, такими как индекс ПБК, направление подготовки, год издания и так далее. В результатах поисковой выдачи нажмите «плюс» напротив нужного издания. Такие издания сразу будут добавлены в книжную полку. Давайте рассмотрим еще один метод добавления книг в книжную полку. Добавить книгу в книжную полку можно из любого базового рубрикатора, издательских коллекций, иных списков книг, ну и, разумеется, из результатов поисковой выдачи ЭБС. В нашем примере мы добавим книги из каталога УГС. Для этого перейдите в каталог, выберите нужное направление и дальше воспользуйтесь массовыми операциями. Здесь можно отметить несколько изданий галочками и в меню массовых операций выбрать пункт «Добавить в книжную полку». Во всплывающем окне выберите необходимую книжную полку галочкой. Если у вас много книжных полок, воспользуйтесь фильтрами для удобства навигации. Подтвердите выбор, и книги будут размещены в книжной полке. Если вам потребовалось создать похожую полку с аналогичным наполнением, но для другой целевой аудитории, воспользуйтесь функцией дублирования. После нажатия вы окажетесь в новой книжной полке с пометкой «Копия». Отредактируйте описательные поля новой полки. Здесь же вы сможете добавить новые издания. Как я говорил ранее, если вы передаете структуру вуза, полка автоматически станет доступна учебной группе. Если вы не передаете структуру вуза, воспользуйтесь кнопкой «Копировать». Отправьте ссылку вашим студентам по электронной почте. Спасибо за внимание. Отправляйте ваши вопросы и предложения в нашу службу поддержки.